Вот такой леопард. Красивый, вот он такой в черные пятна. У него вот такой белый животик сделан. Вот так вот сделаны лапы. Лапы не шевелятся, но их можно вот так вот раздвинуть, для того, чтобы посмотреть, что они вот вместе ничем не скреплены. Поэтому вот. Вот он спереди выглядит вот так вот. У него вот такие красивые глаза, к сожалению. Они настолько мелкие, что передать то, как они красиво нарисованы, я не могу. У них тут серый ободок, тут черный зрачок. Вот. Это как красиво, в общем. Вот. Белая такая шейка. Вот. Белая вот такая шейка вот у него. Вот. Красиво вот такая голова. Вот такие вот черные пятна. Вот вообще просматривается вот голова. Вот. Рот, нос. Щека вот тут с черными полосками. Вот такие вот уши. Ну, а это голова, собственно, сверху. Вот. Так вот, выглядит вот тут вот уши. Уши. Чтобы было лучше видно издалека, наверное. Покажу. Вот. Тут даже глаза лучше видно издалека. Издалека даже лучше видно глаза. Ну, как-то вот так вот. Сбоку он выглядит вот так вот. Он выглядит сбоку вот. Ну, голова у него повернута на бок, поэтому тут как-то вот так. Сбоку, с одного, со второго боку. Это он вот такой вот он сверху. Сверху он вот так выглядит. Это вот так он выглядит сзади. У него вот такой хвост, полосочку черно-белую. Красиво, в общем. Хвост у него. Сверху он такой, черную пятнышко, черную полосочку с белым. Ну, а снизу его, видимо, просто забыли разукрасить, потому что снизу хвост белый. Белый хвост. Непонятно, почему так вот сделали. Вот, в эту сторону он повернут головой. Так, когда смотришь, непонятно. Ну, когда вот так вот смотришь, то понятно, что он повернут вот в эту сторону. Поэтому вот так вот. Я не знаю, в какой стороне отражается. Что это у него лево или право для вас будет. Поэтому я не буду говорить. Просто скажу так, что оно, он выглядит вот так. Вот красиво. Поэтому думаю, что я описал его как надо. Поэтому если кому понравилось, нажимайте лайк, если кому понравится, потому что он достоин лайка.